МБО СОШ номер 7. Кадоева Кристина Артуровна. Руководитель Хушинская Наталья Анатольевна. Стихотворение Ивана Ващенко «По ту сторону войны». Театральная мастерская. Направление «Художественное слово». Тема «Мужеству храбрых поем мы славу». Старшая возрастная группа. Россия, город Ставрополь. Походкой чинной и солидной он отмерял пред строем плац. И, улыбаясь, еле видно, из-под лба смотрел на нас. То был майор с двумя крестами, высокий, статный, чуть хромой. И три ранения блистали, в нас отражая шар земной. А мы стояли, словно землю подпирали, смотрели в ноги, впрочем, кто как мог. И конвоиры, словно псы, рычали, желая цепь скорее сменить на поводок. Остановился Ульрих против строя, достал свой вальтер минной. И комиссарин, коммунистен, юден, промолвил кто-то у майора со спиной. А мы стояли, только дрожь лилась по спинам, ведь норовила смерть нам в душу заглянуть. Здесь коммунистов было половина, и комиссары, и евреи тут. Лишь тишина и листья слышно стало. В лесу потоком всех цветов природа страстно умиляла, прося прощения за кровь. Глухой удар, металл стрелой, вонзившись в тело, толкнул кого-то прямо в грязь. И чья-то жизнь, что нитью видится лишь с неба, в руках отропы вмиг оборвалась. Глухой удар, еще один, еще с десяток, свинец врезается в тела. Вдруг воздух теплой крови полный пронзают громкие «Ура!». То наши парни, смерть превозмогая, последний бой с душой наперевес шли падая, вставали, умирая, своими криками пронзая хвойный лес. Не выдержала гордость здесь людская, они рванули, побеждая боль. На всю жизнь немцев напугали свою последнюю, играя в жизни роль. Те 40 душ запомню навсегда, они стихов уж этих не услышат. Их биографию закончит тишина. И сердце в книгу памяти запишет.